Всем привет! Сегодня 14 мая, 13 день нашего путешествия. Остановились мы вчера на въезде в Новосибирск, на очередном заброшенном посту ГАИ. Ну, теперь съездим в Новосибирск, в супермаркет, посмотрим, поснимаем, может еще куда заедем. Едем дальше. Да, лучше утром не заезжать в Новосибирск. Лучше подождать, пока все по работам разъедутся. Тут храм католический. Местная температура 6 градусов, 9 часов. Гигант, тоже торговый центр. Такие вот венки тут продают. Показаны результаты по запросу в прачечное самообслуживание. Не Лада, рядышком. Рядышком. Стена к стене. Купил Ладу, сразу памятник себе надгробный бери. Вот такой Новосибирск на въезде. Да, это уже по Новосибирску едем, но это не крайне. Но все равно на въезде же. Да, на въезде. На разделе между полосами два потока. Аллея такая разделительная прям. Какие дома в Новосибирске красивые. А тут, видать, подземный какой-то магазин. Подземка. А вон вход подземный. Разнообразный такой Новосибирск. Очень. Интересный город. Стоимость проезда 20 рублей на общественном транспорте. Такси экспресс, автобус. Это площадь большая с круговым движением и со светофором. Разметок на дорогах вообще нету по полосам. Новосибирский государственный медицинский университет, а с этой стороны университет транспорта. А по центру пробка. А по центру пробка.
про спорткомплекс. Какой-то большой спорткомплекс, судя по всему. Интересно, это чемпионат мира по футболу здесь матч не будет проходить? Может, даже не устроится? Ну да. А вот я, видать, тоже Google погонял, закончился у ребят бензин. Поэтому мы заезжаем на Лукойл. Дорогой, но мы 10 литров всего заправим. На рубль дороже, чем на газ. Кроме. Да. В общем, так необычно. Заправились мы на Лукойле. Ты выходишь, тебя бегом бежит дядечка с терминалом. Тут же тебя по карте или за наличку рассчитывает. Тут же тебе чек дает. Короче, ты из машины вообще не выходишь. Он тебя заправляет, все сам делает. Сбегал тебе за литр, чек принес, все. Как-то непривычно просто. Я говорю, я пошел, заплачу. Не-не-не, я сам, давайте сюда карту, все. Я говорю, как сам? Вот терминал достает, вот я сам. Ну как-то, блин, для нас. Все будет хорошо. Едем дальше, едем в Ашан. Поверните направо. Обычные цены. Ленте. Ну, можно заскочить в ленту посмотреть. Или по видео, там где-то. Вот так, вот она наша. Высыпайка. Так, что-то... Так, подожди, нам надо питьевую взять на прогулку. Сейчас, чтобы этих... Леночки, да. Ну вот. Саня, я что-то в душе не вижу. Вот, Тёма, вот это. Саня с усами какой-то. А вот напротив, конечно. Доча, вкусняшку будем? Бананчик. Вон то, вон микс она любит. Фруктовый. Вот этот вот. Вот этот. Угу. Малина. Дачина? Дачина. На, моя. Так, и надо печенек, наверное, нам взять. На яйцо. Хорошо. Картошка 49 рублей. Половина зеленой. Вот так вот тут. В центре. Да, доча, я слышу, лифт пришел, ага, едем. Да, мы приехали под купол. Продолжаем путешествие в Новосибирск. Thank you.
Вот станция метро. Город Новосибирск. Маленькая такая. Как в подземку. Просто. Через 200 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Солнечный Эльдорадо. Очень много торговых центров, очень много круговых развязок, вообще всяких развязок. Очень динамичный, интересный город. Знаете, ребят, если честно, можно тут снимать бесконечно, но все невозможно просто вам передать. Так что будете проездом, обязательно заедьте, посмотрите сами. Думаю, вам тоже он понравится. Сейчас мы на автодоме. Красивое такое здание. Старинное. Поверните направо. Ну, красиво. А вот 30 рублей проезд. В общем, цены разные, город большой, наверное, ну, да, из-за этого. Зависит от того. А так 20, так 30, а так 20. Зависит от того, какой протяженности маршрут. Отцепил машину, подставил специально под знак. Остановка запрещена перед знаком, чтобы спереди никто не поставился, думаю. Ну, подъеду, потом быстренько подцеплю и отъеду. Да, знаки в Новосибирске это условность. Тихо, вот. Ох, ну это да. Ну да, это уже лучше, чем Енисей. Побольше. Мостов здесь, смотри, много, вон слева еще три моста. Руководство тут процветает. А, да, судя по всему, да. Вот такая красивая. Как раз проходит ремонт дороги, моста. Вон Сокол летит. Сокол тут очень много. Жаркое лето, аквапарк. Продолжайте движение. Нас так, сегодня все равно весь день. Практически это будет Новосибирск. Потому что и так уже время. Сибирские моторы. Какой-то торговый центр строится. Да, он еще строится. Центр спортивной подготовки «Заря». Все, выехали из Новосибирска. Но какие-то центры, отели, комплексы продолжаются. На этой АЗС только газ 20-50. Шеловская. О, первая Шеловская заправка. Субару. А это какой-то отдельчик. 16-19 мая. Форум, наверное. Да, наверное, какой-то форум. А он форум уже идет. Вон технику понаставили. Ага. Тёрлинг-центр вон с ними. Тёрлинг-центр.
Отель Sky Expo называется. Новосибирск Экспо-центр. Ну, симпатично, симпатично. Едем мы в сторону Омска. До Омска 613 километров. Ну а наша цель на сегодня — городок под названием Барабинск. Рядом дорога проходит 293 километра. Время по амурскому 5 часов. По местному, если я не ошибаюсь, 3. Ну, я думаю, должны доехать. Отъехали 128 километров от Новосиба. Поднялся очень сильный встречный ветер. Ехать тяжело. Проедем потихоньку. Проедем. Наши вот эти пейзажи у нас за окном. Проехали мы 271 километр. Снимать особо нечего было. Пейзажи были одни и те же. Березы. Березы, березы и поляне большие. Скоро будем уже останавливаться на ночлег, наверное. Осталось там около 20-30 километров до места стоянки предполагаемой. Так что думаю, что сегодняшнее видео будет состоять почти полностью из Новосибирска. Ну, там-то было что поснимать. Проехали мы от Новосибирска 319 километров. Остановились в таком месте, на повороте на Барабинск, населенный пункт. До Барабинска несколько километров тут. Здесь круглосуточный магазин, кафе. Все, здесь остаемся на ночлег. Завтра у нас по планам Омск, город студентов. Если ошибаюсь, он на одном из первых местах по количеству учебных заведений на душу населения. Ну, по возможности заедем, посмотрим, поснимаем, вам покажем. Вот, как-то так, едем дальше.